Яу! Всем здорово, друзья! С вами Ял. Что ж, сегодня я буду выполнять челленджи от подписчиков. Это уже вторая часть, так как в прошлый раз вы очень тепло восприняли эту идейку с челленджами, которые вы присылаете мне в Discord, в специальный чат предложения. В общем-то, давайте продолжать. Я, пожалуй, сделаю из этого рубрику. Наберем на этом видосе 50 тысяч лайков, и обязательно выйдет следующая часть челленджей от подписчиков. Окей, друзья, ну что ж, мы начинаем, и я уже лечу на агентство. А знаете почему? Потому что первый челлендж у нас от Лафи. Привет, Ялыч, лови челлендж, передвижение только присоска. Если присоски еще нет, то можешь ходить. А когда присоска есть, то челлендж начинается. Суть — победить, передвигаясь только присоской. То есть, получается, прямо сейчас мы летим на агентство, можем просто играть до тех пор, пока не найдем присоску. Естественно, она у Джулс, нужно ее забрать. О, понимаю, здорово. Кто-то есть? О, спасибо. О, нифига! Почему такой лут? Почему это? Где Джулс? О, нет! Я слышу Джулс! Джулс у меня. Все, я беру присоску. И теперь я могу передвигаться только присоской. Я могу летать! О, нет, не могу. Все, 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 отлично. Первая часть челленджа выполнена. Все, теперь я не могу передвигаться, как обычно. То есть, допустим, мне, чтобы взять этот дробовик... Нужно как-то странно прыгать. А я, наверное, сохраню аптечку. Чуть подойду к костру. Потому что я просто не могу передвигаться. Мне, кстати, нужны ресы. Ресов нужно фармить вдоволь. Мы можем здесь посидеть. Интересно, я смогу сюда подняться вот так? Мы же можем просто сидеть здесь. Это же имба-страта. Сидим, ждем зону. Чилим. A few moments later. Так, что я слышу? Что я слышу, ребята? Кто-то у нас решил там пофайтиться. Ага, это у нас мародеры. Что? Этого челика прихлопнули мародеры? Не, ну вы это видели? Что, погнали заберем тогда лут его? У него тут миники были. О. В принципе, все, я, наверное, пойду. Еще немного патронов заберу. А, мне нужно отсюда выйти. Спасибо. Тем временем, топ-14. Блин, я не знаю, как я буду занимать топ-1. Вот серьезно, я не знаю, как с этой штукой занимать топ-1. Я тут не передвигался, так что все честно, все по чесноку. О, нет. А, 116. Nope. Мимо. Он упал вниз. Да он упал. Все, лучше не шути со мной. О, я ж могу сюда сесть. О! Нет! Нет! Ой-ой-ой, больно! Все, все, больше не буду, не буду сидеть. О, где он хоть? Ага, вижу. Он там. Давай! Почему? Почему не по мне? Стреляй! У меня постройка еле-еле закреплена. Я тут. Смотри, я прыгаю. Ну я долго тут буду сидеть. Мне надо топ взять. Мне нельзя передвигаться. Стрельни по моей постройке. Не ты! Не ты! Нет. Черт. О, черт! Нет! Я хочу жить! Да что ж вы все по мне тулите? Я вернулся на свою постройку. Так, один есть. Надо жить. А, нет! Не надо меня пушить, бро. Что, зачем по мне? Нет! Ну кто так делает, чел? Я дошел до топ-4, фак! Камон, я почти выполнил челлендж! Ял, для тебя тут челлендж! Поиграй в кроссаут! Чего? Кроссаут — это онлайн-экшен с боевыми тачками, которые можно напичкать нереальным количеством разных деталей, включая пулеметы, плазмоганы, огнеметы, бензопилы, ловушки, пушки, хрюшки, утки, маршрутки. Короче, главная особенность игры — бронемобили, которые игрок может создавать самостоятельно из огромного количества подручных материалов. Недавно игра получила безумное обновление Doomsday Cars.
кучей интересных нововведений. Обновленная карта, новый гараж, новые режимы игры и боевой пропуск на 75 уровней с огромным количеством новых деталей, с помощью которых можно прокачать своего железного монстра. Короче, разрабы действительно стараются над новым контентом в игре. Вы можете сражаться против других игроков, устраивать битвы с боссами, есть также сюжетный режим или даже королевская битва. Так что выбирайте, что хотите, и установите контроль над пустошами. Качай кроссаут по моей ссылке в описании и получай крутые бонусы. Что ж, следующий челлендж у нас от Али Гулиева 975. Предлагаю челлендж. Твоя задача в том, что ты должен использовать только вертолет и занять как минимум топ-5. То есть ты должен юзать только хилки и вертолет. Надеюсь, тебе понравится. Слушайте, ну это уже как бы, я считаю, вообще изи. Кстати, отлично я долетел, да? Ни хрена не долетел. Молодец, ел. Круто. Слушайте, ну уже как бы ремейн 37. До топ-5 осталось совсем немного. Я сейчас даже улечу куда-нибудь поближе к краю карты. Вот сюда, наверное, не знаю. Меня никто не обнаружил. Меня пока никто не стрелял, так что я думаю, никто и не будет. Что? Я ж пересел с перепугу. Не-не-не-не, братишка, давай-ка ты не будешь, а? У меня 11 человек, ремейн, алло. Мне нужно топ-5 занять. Откуда вообще можно было дострелить сюда? Топ-6, ребята, топ-6. Ну что, заветная топ-5? Изи. Изи, это изи было. Это очень изи. Мы сейчас посмотрим, получится ли у нас занять что-то покруче, чем топ-5. Не знаю, топ-3, топ-1. Топ-5, все. По сути, мы выполнили челлендж. Можно выходить. Но я хочу испытать свои возможности. Одержать. О, нет, у меня начали стрелять, это хреново. Топ-4. Когда будет топ-3, наверное, нужно будет уже снижаться. Ага, вот, вижу файт. Здесь файт, а вон последний челик, правильно? Так, уходим. Он пушит его. Не-не-не-не-не, бро, ну почему? Ну ты можешь с ним. Нет, ну пожалуйста. Топ-2! А, топ-2 уже! Так вот почему он по мне тулит. Давай, ты достанешь до меня? Давай. Красава. Ну что ж, топ-2. Челлендж выполнен. Погнали выполнять следующий. Окейушки, что ж, следующий челлендж у нас от... Не знаю, как правильно твой никнейм читается, но предложение следующее. Коротконогий. Суть челленджа в том, что мне нужно будет передвигаться только на корточках и использовать любое оружие. Окей, спасибо большое за челлендж. Давайте пробовать. Понимаю. Давай. Упс. Здорово. Здорово. Блин, он еще и 2 раза в меня, что ли, тыкнул? Тыкнул меня своей киркой. Отлично. 1 килл есть. Передвигаемся только на корточках. Ну, я думаю, это будет забавный челлендж. Не знаю, что у нас получится. Главное просто передвигаться на корточках. Ой, это какой-то бот. Забиваемся. Это как крыса. Это такой, знаете, крыса-челлендж. You stupid. Блин, на самом деле это немного стремновато, потому что я не могу побежать. Я не могу просто взять и побежать. Челик. Ой, хорошо просадил. Как мне к тебе подняться теперь? А что ты тут отпиваешься? Еще один. Да сколько вас тут? Еще кто-то? Я не пойму, у меня лобби ботов. В чем дело, блин? Что такое? Почему все на меня идут? Я буду прыгать. Мне иногда просто нужно прыгать, допустим, вот в этих ситуациях. О, чел. Ребята, отстаньте. А они тоже на корточках, у них тоже челлендж. Так, да, челик вроде как что-то знает. Понимаю, я в стену попал. Я иду пустить. Еще челик, да что за приколы? Вот что это? Вообще не понимаю, это тупо реально боты. Я сам себя как бот веду. Просто чувак на картонах передвигается, это что за прикол? Так, пацаны, район на картонах держат, а я в Фортнайте бегаю. Ух ты, о, ну это уже, видимо, не бот, он меня сейчас, наверное, прихлопнет, да? А за лутом пойдешь? Сядь, выпей. Я не попал! О, нет, что ж такое? Как я не попал? Ебой. 4 пульки оставалось. 4! This is my swamp. Блин, это очень неудобно. Топ-3! Охренеть, мы дошли до топ-3. Я думал, мы просто вылетим сейчас с этим челленджем и все. Он уже здесь. Hey, what happened? Let's go! Топ-2! Нет патронов! Фак! Нет, только не топ-2, пожалуйста! Ай-ай-ай-ай, что? What the fuck? Здесь нельзя летать.
Ну перестань это делать! Что челик делает? Камон, что за тупая игра сегодня? Что происходит? Ну почему он на меня летает? Ну почему он на меня летит просто? Я не понимаю, что это за игра? Мы просто играем на приседка! Окей, GG, GG. Окей, переходим к следующему челленджу. Он у нас от Missile One Love. Привет, Ял, предлагаю челлендж оружия только из мародеров. Можно взять лут, чтобы их убить, когда убьешь, выкинь его. Килл, как обычно, граплер и электрогранатомет использовать запрещено. Можно использовать пусковая установка, подушка безопасности, катер и вертолет Чопа. Окейушки, ну что? Я не знаю, куда я лечу. Зачем-то я решил лететь на эту локацию, и это я зря решил, потому что там типы. Я полечу на заправку. Давайте выбирать локации, в которых мы еще не были. Так скажем. Вот, вот о чем я и говорю. О чем я, собственно, и говорю. Вот у нас миссис Лама, правильно? Я, кстати, сейчас буду приседать постоянно на приседках играть, потому что... Блин, я после предыдущего челленджа еще не оправился, знаете? Как-то необычно. Мне главное сейчас найти где-нибудь этих мародеров. Где они есть-то, а? Ребята, тем временем мародеров найдено ноль. Ну где же вы, мародеры! Блин, и там челик. Фак. И мародеры, и челик сразу. Да что ж такое? Отлично, челик убегает. Челик вроде как убегает от них. Все сюда, все ко мне. Все, они плывут ко мне, отлично. Ай, что? Гребаные мародеры, блин! Вы, блин, охренели, что ли? Так, все, юзаем их лут. У нас получается отличный челлендж. Мы играем с охотой, ппшкой, вонючками и все. Они уже там все стреляются, блин. Надо идти, надо пусить. Надо пусить. Let's go! А-а-а, сочно. Что? Что? Чего? Как он сдох? Еще мародеры. О, там челик. Давайте, мародеры, душите его. Пау! Не попал, фак. Не попал. А! Так, мистер мародер, я вас попрошу, вас тоже. Дробовик! Из него выпал дробовик! Мы можем юзать. Что происходит, блин? Ёпта! О, это этот кот? Это этот кот? Ах ты, котяра лысая. Ага, все, топ-2. Понимаю. Ну-ка, повоняй. Блин, все, у меня больше нет вонючек. Иди сюда! Let's go! Окей, что ж, челлендж выполнен. Найс, найс. Второй челлендж подряд выполнили. Это мне нравится. Окей, ну что ж, друзья, последний челлендж у нас от Шпиона Тени. Да. Здорово, Ял, я тебя довольно долго смотрю, за всю историю видео не было ни одного безбашенного челленджа. Играй без интерфейса. Что ж, по-моему, я что-то подобное уже когда-то делал, но в новом сезоне, в новой главе точно этого не делал. Поэтому прямо сейчас мы заходим и выключаем абсолютно все. Сообщение об убийствах, ну хотя нет, сообщение об убийствах оставлю, чтобы я хотя бы знал, нокнуло типа или нет. А все остальное мы вырубаем. Применить и погнали! Такс. Ну что ж, никакой мини-карты, никакого ХП, никакого прицела, ничего нет. Интерфейса ноль. В общем-то, летим сразу же на самую первую локацию, плавучий штаб. Я просто хочу попробовать. Просто хочу попробовать, что вообще из этого получится. Так, дробовик. О, кстати, а здесь я могу, да? В инвентаре я все вижу. Я не вижу именно на экране. О, не вижу. Так, что ж, ладно. Чё по ХП? А я не знаю, чё по ХП. Ребята, а я не знаю. Ни здесь нет ХП, нигде нет ХП. Я не знаю, чё у меня по ХП. Как я попадать буду? А вот так, а вот так. Мне прицел не нужен. Чё-то нигде никого нет. 21 человек ремейн. А, я же не знаю, где чё. А, вот, я знаю, где чё. О. О. Куда ж ты полез? А! Я ни черта не вижу. Оу, let's go! Я не знаю, что у меня с ХП, поэтому я съем аптечку лучше. О, челик. Что? Почему он танцует? Привет. Братишка, что случилось-то? Ну давай, бывай. Я не знаю, что, а что произошло-то? Ну как бы, я не хочу тимиться там, все дела, правильно? Внизу у нас кто-то акулу тулит. Это челик. Ух, нет!
Нет! Фак, я не знаю, сколько у меня хп! Что? Нет, как? Слушайте, ну этот челлендж как бы, да, не такой-то уж и простой. Что ж, друзья, пожалуй, на этом все. Хочу сказать огромное спасибо всем, что присылаете свои идеи для челленджей в специальный чат предложения. Пожалуйста, скидывайте туда только челленджи какие-то, не знаю, обдуманные, интересные. Не нужно кидать туда то, что мы уже выполняли, либо же что-то, ну, до чего додуматься как бы очень просто.